Всем привет! Привет-привет! Мы идем в клинику Екатерининскую. Вчера записалась на прием к врачу, к неврологу. Короче, не могу я. Никто мне не помогает. Мне послали к неврологу. Пойду сейчас с ней разговаривать. Паша со мной решил сходить. София с Аней спят. Сейчас сходим. У нас солнышко было, а сейчас пасмурно. Паш, сегодня надо еще съездить, масло купить в машину. Потом какие-то значки ему тоже купить надо на работу. Сегодня нужно все сделать. Самое главное в типографии. Все, значки пофиг. Ну, напишем. Я сейчас продиктую, я, в принципе, помню, как вот. Да? Там главное, чтобы... Да-да. Паш, я знаю. Год пропал уже. Все, там легко все напишем. Да, да, да. Окей. Выходи вперед, снимаем бэху, X5, хорошую, красивую, или третью. Девочки сели покушать. У нас время уже. Ань, сколько? Полтора. Офигеть. Полчаса назад они проснулись. Давно проснулась? Я просто пока с клиники пришла, пошла, хотела банку найти для гриба с большим горлышком широким, не нашла. Пока ходила туда-сюда, они спали. София говорит: мам, можно я ничего завтракать не буду, не хочу? Говорит, я арбуз хочу. Я говорю: ну ладно. Где она? Не знаю. Софа, пошли. Ну все, пусть тут сидит. А сейчас аккуратно. Сейчас пойдем, мы распечатаем документы Паше на работу. Соф! Хватит! Успокойся! Ты такая ужас! Все, пошлите! Софа! Причешись давай. Че, София? Что, София? В конце лета будет дома сидеть. Нет, я голод. Я сказала, девочка сейчас спросила, София, выйти, я сказала, нет. А, все, хорошо. Нет! Софа! Нет. Я держу. Че опять? Ты понять хочешь? Пошлите, сперва сделаем документы. Зай. Ты сейчас она закроет. Нет. Как этот папа на работу без документов поедет? Ничего страшного. Ну, конечно. Ничего страшного. А где кот? Он отдыхает, на море кайфует. Ага, он здесь вот был. Возле граната лежал, в тенечке. Не доводи Аню. Зай. Я пока еще... Давай, пошли. Пойдемте быстрее. Папа вон уже нервничает. Время 6 час. Короче, София говорит, что папа главный в семье. И он покупает сладкое. Уговаривает, чтобы он ей купил вату. Ты же, говорит, у нас главный в семье. Он говорит: ты что? Купи, говорит, пожалуйста, вату. Он говорит: я главный, а бюджет у нас один. Мама, говорит, не разрешает вату. И я, говорит, тоже против. А она все уговаривает. Говоришь, а? Так, Анечка теперь. Одна будет, что ли, если тоже не пожалуйста. Вот Аня хочет. А там А ты откуда знаешь? Вот, что покупали с тобой. Да?
Что, возьмешь? Не знаю. Спасибо. Лежит тут на лавочке. София сказала же 150 рублей. Ну, видишь. София обманула. Главное завлечь нас сюда. Тактика такая была. А тут то мы уже все не отмажемся. Не скажем, ну, 150 рублей дорого. Надо покупать. Аня, мы тебе работу нашли. На этот год. Зимой не думаю, что так будет. Сейчас рот весь будет желтая, синяя, красная, да? Уже синий. Сейчас нет, давно придешься чаем поешь. София на качельку убежала. Сейчас Аня сделает вату. Второй качельки что, нет, что ли? Вкусно, зай? Ну что ты об себе вытираешь? Сладкое сейчас будешь. Дай попробую, зай, чуть-чуть. Оторви мне, пожалуйста. Спасибо. Значит, рука красает, сама возьми лучше. Ну, давай, давай. Ну, тяни ты. Прикольно. Все, аппарат перегрелся, второй говорит, пока не сделай, попозже. София вон молодец, с Анечкой поделилась. Цвет красивый, да? Цвет попросит маму купить мне скутер. А, да, кстати. Ей понравилось с пацанами на этом мопеде ездить, да? Я говорю, ну попроси Матвея, пусть он тебя покатает, они же постоянно катаются. Ну или Жека пусть. Вот здесь там пикничок у людей. Какое небо, смотрите, красивое, луна. Это луна наверху? Да. Нет, солнце. Солнце? Нет, солнце. Да. Это в мусорку сейчас выкинем, только на землю не бросай, ладно? Сейчас мусорка будет по дороге и выкинем. А теперь в рот. Это с собачкой приехали. Ага, гуляет собачка. Наверное, ага. Я тоже хочу пикничок Пикничок? Да. Со семьей. Что как Софи готовила сын завтрак? Да, мы сейчас с Пашей лежим, он сейчас хочет рассказать, я просто не видела. Вот. Ну, я же с салом постоянно же готовлю. Ага. Вот. Ну, с лучком все. Она мне сегодня, это, пап, давай, я как раз писала, я говорю, ну, давай, говорю, сделай. Говорю, ну, как я люблю, говорю, с сальцом, с лучком, говорю. Она, хорошо, сейчас сделаю. Делает яйцо, сбивает с молоком. Ага. Я не смотрел сначала, я там писал туда-сюда. Ага. Потом она что берет? Выливает яйцо в сковородку. Там начинает жариться. Она лук режет. Порезала лук. Опять туда же в сковородку в этот омлет закидывает. Ага. И сало, смотрит, такими шматками толстыми. Порезала. Главное. А его тоже тяжело же резать. Ну, это я понял, да. Готовит такая, типа, уже туда закидывает. Я говорю, дочь, ты что делаешь? Ну, салом, говорит, тебе яичницу. Я говорю, надо было сначала сало, говорю, пожарить, потом туда лучка закинуть, потом яйцом, говорю, залить. Говорю, тогда бы только яичница так получилась бы. Она, ну и так, говорит, получится, сюда, говорит, пережарится. Я говорю, да не надо. И она такая еще берет сало, короче, начинает быстро, хочет быстро закинуть в сковородку такая. Я говорю, не-не-не, дочь, говорю, ну нафиг, говорю, давай потом, говорю, сейчас, говорю, яичница сготовится. Мы положим все на тарелочку и сало уже так отдельно обжарим. Ага. Вот так вот она мне сегодня завтрак готовила. Ну, вкусно? Обалденно. Просто. Я был рад очень. Да? Ну, умничка, умничка. Ну, просто она это...
не поочередно все сделала. Она все хотела сразу. Яйца-то быстро готовятся. Ну ничего, молодец. Она мне рассказывала, говорит, мам, говорит, а я папе и себе приготовила завтрак, яйца сама жарила. Я говорю, умница какая. Угу. Вот так вот, так вот. Ты наигралась? Выиграла? Проиграла? Да что такое, Ань? Что такое? Что мы делать будем? Кушать что-нибудь. Кушать я хочу. Что ты кушать хочешь? Ничего. Почему? Не хочу кушать. Не тошнит? Нет. Нет настроения? Да. А ты что хочешь? Я мясо хочу. Мяса нет. Мяса нет. Есть. Шерсть. Разозлить, пойду и закажу себе еду какую-нибудь вкусную. Где? Побалую себе. Сучок там, да, кебаб, лаваш, картошку на углях. Это София там хочет, что ли? Наверное. Качественно. Не, ну красиво все равно. Сейчас поближе. Пойдем вот так прямо. Блин. Красота вообще. Че, заказал? Конечно. Так, друзья, ну посмотрите, какой у нас красивый вечерний стол. Что у тебя такое лицо опять недовольное? Так, смотрите, шашлык донс у нас, смотрите, какой. О! Паша тут лучок сделал. А, значит, кто у нас там? А, картошечка с грибочками, лаваш, только свежий, такой тепленький, хорошенький. Короче. Аня, вот садись, кушайте. Кайфуем. Красота, да. Папа нас все это набил на это. Ой, что-то говорит, мясо хочу, ой, мясо хочу. И вот такой у нас сегодня получился вечерний классный стол прям. Запах. Ой. Давай тебе ложечку дам. А вот у папы ложечка была, нет? Нет. Сейчас я тебе дам, зай, подожди. На, на. Поздно. Сучок мягенький такой. Берите, сейчас вторую дам. Себе в тарелочку будете накладывать соус. Шлычок, да, кстати, когда его это перекладывал, он такой мягкий, тепленький. Ну, видишь, что оно, фу. Да, аккуратненько. Ну что, могу сказать, всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Да. И дай бог, чтобы всегда был такой стол. Да, у всех всегда был такой стол, да, классно, прям, красота. Так, а мы будем ужинать. Нам тоже приятного аппетита. Всем хорошего вечера. Да, слышно. Громко прям слышно, ага. Паша решил сегодня попить вина. Купил себе грузинское. Ну, конечно, пошашлык грузинское только есть. Да, вот такую хорошую бутылочку взял. Мне пить нельзя, я пить не буду, потому что я пью таблеточки. Да и вообще как-то не очень охота алкоголь. Я буду пить сегодня яблочный сок. Это тоже делает. Получается? Надо пальчик намочить чуть-чуть. Ну, не так, конечно. Сегодня купили кипятильник, значит. Копятильник. Копятильник. И будем копятить. Папа вообще сказал, купите металлическое это ведро, ставьте на газ, на комфорт железный, да, и все, и грейте. А сегодня какое число? 16. 16? Ну да, через 7 дней только воду дадут. Ну ж, красавица пришла домой. Чё ты? Сейчас как ее купали, это вообще папа нам нагрел 2 ведра. Сейчас ее намыли, вся чистенькая. Покажи, какую ушибла коленку. Ой, господи, не могу. Пришла с это вчера, да? Ты вчера ушибла, не сегодня. А сегодня днем мне говорит, мам, я, говорит, хочу тебе рассказать. Вчера, говорит, на это
качели лазила, говорит, и упала, и ножкой ударилась, коленкой. Ну, мы сейчас с Пашей смотрим, как бы, ну, нормально, если чуть-чуть припухать будет коленочка, сразу пойдем сделаем рентген. Что такое рентген? Да это просто фотографируют твою косточку и проверяют, а там трещина, что-нибудь такое есть. Не бойся, это ничего страшного нет. Ну, кстати, сегодня говорила, ножка у нее так болит, на улице скакала, пришла у нее все эти, как его, коленки грязные. Я, говорит, упала еще. Господи. Сов. На улице вообще нельзя отпускать. Вот честно, нельзя на улицу отпускать. Переживаешь за тебя. Танцорка. Так что мы готовимся ко сну. Аня там своими делами занимается. Папа тоже что-то там делает на кухне. Не знаю. Я постель расстелила. Что ты делаешь? Играю. Что за игра у тебя? Ой, что-то не видно мне ничего. Белое. А, все увидела. Все. Так, ладно, пойду Софина. Сейчас сажу эту. Повешу полотенце сушиться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Да, друзья, мы будем собираться отдыхать. Папа у нас уже пошел лег. Вот, Софичка сейчас чуть арбуз покушает. И тоже будет ложиться отдыхать. София, Аня искупается. Ты иди и свои волосы расчеши, хорошо? Чтобы завтра их не драть. Угу. Ладно? Сов, сегодня. Хорошо? Давай, так. Пока-пока, говори. Всем пока-пока, спокойной ночи. Все, папе завтра на работу, да. Он ложится отдыхать уже. Да. Завтра ему рано вставать. Так, нечего делать. Сов. Сов. Сейчас я там заездку поставлю, посмотреть. Пока-пока. Мне там будильник стоит еще. Сейчас я посмотрю и положу к тебе. Только не забудь принести папин телефон, хорошо? Угу. Маша, все. Аж забудь. Да нет, я буду контролировать. Смотри. Так, ну все, давай, ладно. Приятных снов тебе. Подписчикам тоже всем приятных снов. До завтра.